Перед тем, как заселиться в студенческий кампус деревни Универсиады, каждому первокурснику необходимо пройти вводный инструктаж. Сделать это можно в культурно-спортивном комплексе «Уникс» по адресу профессора Нужина 2. Обратите внимание, что процесс заселения будет проходить в две смены, согласно мерам предосторожности и предотвращения распространения COVID-19. Иногородним студентам первого курса необходимо иметь при себе пакет документов. В этом году пришлось так первый раз в нашей практике разделить на форму обучения, потому что в связи с тем, что иначе бы было большое количество людей, а так как выходы приказов они разные, это по крайней мере позволяет заранее заселить нам некоторую часть студентов. Тем более в этом году мы должны придерживаться определенных мер и правил, которые связаны с профилактикой коронавирусной инфекции. Инструктаж проводит несколько дней для того, чтобы сохранить все меры безопасности. При входе в здание обязательно проверяют температуру. Кроме того, студенты в зале размещены таким образом, чтобы между ними сохранялась социальная дистанция. Обязательно мы очень просим это обязательно при себе иметь маску. Рекомендуем также, чтобы находились студенты в перчатках и приезжать во время своего графика согласно своим датам и своему времени. Новоиспеченным студентам предстоит организационное собрание, инструктаж по технике безопасности, электробезопасности, пожаробезопасности и охране труда. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.